полис водных ресурсов. Профессионалы. Чемпионат по профессиональному мастерству. Кровельные работы по металлу. Участники соревнований приступили к своим заданиям. У каждого задание определенное, оно известное. И вот сейчас вот заготавливается картина будет, отрезается штрипс ножницами, переканами. Сейчас клямер устанавливается. Ну, я уже говорил, тут немножко несоответствие. Бита и рама магнитная, тогда она легко будет заходить даже в металл. Ну, соответственно, сейчас вот все получилось. Ну, для того, чтобы все это делать профессионально, конечно, нужен листогиб. Листогиб профессиональный, он 3,5 метра. Облегчает работу, отгибает кромки. Каждый участник соревнований, 5 человек, может заготавливать картины на этом листогибе. Это очень удобно. И быстро. То есть то время, которое выделено на эти работы. Ну, сейчас вот проверяют комиссии уже. После окончания первого дня уже выполнение работ, они должны быть четко по тем заданиям, которые имеются, измеряются до миллиметра. Это вот как раз карнизный срез, сколько миллиметров. Это ширина картины, она должна быть 400 миллиметров. Ни больше, ни меньше. Все идет по заданию. За это начисляются определенные очки, которые потом, по которым можно потом определить победителя. Вот таким образом измеряется, чтобы было все точно. Измеряются также вот размеры решетки на слуховое окно. То есть она должна быть соответственно заданию. Ну, сейчас вот работа ножницами. Отрезается, заготавливается картина. Ну и вот уже то, что мы имеем, это первый день соревнований. То есть то, что успели ребята сделать. Это обход кровельных тренажеров. Вот так это выглядит. Так, с виду, вроде все хорошо, все правильно, работа выполнена. Это ломанный гребневый вальс, первый, второй. Сделано все по заданию. Это у нас окончание гребня. Вот девушки тоже сейчас участвуют в соревнованиях. Катерина участвует в соревнованиях. Она сейчас устанавливает таборный элемент. Это боковая планка. Оказался сложный довольно-таки узел. Ну, вот сейчас происходит его установка. С помощью двух киянок. Кстати, делает эту работу. Следующий участник соревнований. Отрезается штрипс нужных размеров. Все делается на кровельном рабочем столе. Вот сейчас вот входят такие элементы. Ломанный гребневый фальс. Картина установлена. И сейчас продолжится работа. Вертикальную часть.
помощи конвертах кровных клещей и устанавливаться по месту. Делать это сложно, потому что это нужно делать на скате, поэтому не так может все быстро, но работа идет.